Так мы сегодня прокуримся на этом вертолете. Тот, кто не упадут, я уже дал другим пружины, но Тор, Вася, Даня, Миша, Полин и Бам же не падали. Метрополит, ты готов унести груз на фиши и жизнь и в другую игру. Они весь Литл Биг Планет портят, надоели они. Да я придумал, куда их отправить. В Ратчет и Кланк. Ну что, груз на фиши и жизнь игры? Готовы попрощаться с Литл Биг Планет? Не играли, что ли, вы там? Ну покажи СГ и груз на фиш. Вы уже там наигрались. Да, не там нужно играть. Нет, мы там забыли. Да. Нет, я вам больше не верю уже, СГ и груз на фиш. Ну все, попрощайтесь вы. Вот так ему и надо, этому же СГ и груз на фишу. Да, и так ему достал он. Вот! Теперь вы готовы идти на новую игру? Нет! Мы не готовы! Все! Вы уже там уже! Хорошие новости! Все, я приехал уже. Видите, груз на фишу и этого же СГ уже нету. Хорошие новости, груз на фишу и ЖСГ уже нету. Ура! Так, вы готовы. Первая команда, водитель Денис, а пассажир Аквафиш. Вы готовы? Да, готовы. Хороший полет у вас был, Денис Акофиш. Я вам моложе пружинанты. Посмотрим на других. Вторая команда. Миша водитель, а Полина пассажир. Готов ты, Миша? Не готов, я не умею видеть. Извини, Миша. Ты не получаешь, но пружинатор у тебя все равно есть, но не улучшу. Прости меня, пожалуйста! Третья команда. Даня водитель, а Вася пассажир. Внимание, вертолет остался чуть-чуть бензина. Так, ты готов? Да, я готов. Как-то было это... Вася и Даня провалось. Все, начнется как-то команда, что водитель будет Бамбежа, а пассажир Лоял. Ой, кого-то Денис, я думаю, не тот бензин. Кажется, он взрывается. Надо выкинуть его обязательно. Чум! Все, нету такого уж бензина. Из-за него мы ничего не сломали мой вертолет. Это я во всем виноват.